Вот, я даже, знаете, такую историю интересную вспомнил про него. Так. Такую немножко инсайдерскую информацию. Так. Как-то Леня Рубан, когда еще был в системе «Юности», угу. «Юность», по-моему, играла в ВХЛ, и еще из «Динамо» спускали вратаря Кевина Лаланда. Так. Вы помните нашего вратаря? Да. Кевина Лаланда, натурализованного. Лаланда спускали в «Юность». Он только приехал в «Юности». Вот. Ну, я эту историю не знаю не лично, но мне рассказывали и не один человек, как Михаил Михайлович, всеми известный, да, тренер, подошел к Лене Рубану, так. И говорит такой: I'm Mike, I'm head coach, там, in юность, да, а Леня Рубан такой: Михаил Михайлович, я Леня Рубан, ну, то есть поняли, то есть, да? То есть Михаил Михайлович, не зная молодого Леню Рубана, решил, что это Кевин Лаланд, и подошел познакомиться. Hi, Kevin, I'm Mike, I'm head coach. Извините, Михаил Михайлович, я Леня Рубан. Поэтому Леня Рубан играет в «Авиаторе». Интересное знакомство. Это, кстати, очень крутая история. Вообще много эксклюзивов вы можете увидеть из нашей студии в эфире телеканала «Ясное ТВ». Самое важное, что мы хотим сказать, что белорусский хоккей, он невероятно интересен и невероятно непредсказуем.